К другим темам. За безопасностью продавцов и покупателей на рынке Алтын-Арман следят 5 стражей порядка. Оперативно-поисковое отделение полиции здесь открыли в ноябре 2014 года. На рынке установлено 127 камер видеонаблюдения. Изображения с 16 из них видят стражи порядка, работающие здесь. По их словам, карманники стараются обходить такие места стороной. Оперативно-поисковым отделением полиции за 2017 год было раскрыто 23 преступления. Благодаря камерам наружного наблюдения установлено на территории рынка Алтын-Арман. 22 из них – это кража чужого имущества и одно мошенничество.